Высри мне говняшечку. Где говняшечка? Давай говняшечку. Есть. Чудно, есть говняшечка. Па-па-па-па-па. Пара-па-пара-парам. Ребятушки, приветулечки, добро пожаловать на мой каналчик. Сегодня мы с вами играем в соседа нашего из ада. Продолжаем, в общем-то, да. Мы с вами прошли очень много уже совместными усилиями и не только. Понасобирали всякие Оскары и не только. От рыжечка подорвалась, извините, пожалуйста. Газики выходят после кока-колки. У нас осталось, в принципе, не так уж и много, вроде бы как, вот. Но мы с вами продолжим, собственно, дальше идет точно... А, нет, это мы прошли. Фокус с шариком. Интересно, куда этот шарик попадет в итоге. Ольга с сыном уже на пляже, и сосед снова тут как тут. Он ненавидит мальчика и всячески шпыняет его за спиной Ольги, а ей самой строит глазки. Но Вуди разоблачит лицемера. А я говорила, что он как бы хочет подкатить к Олечке, но при этом сына Олечки он чмырит. Я считаю, что так делать, конечно, категорически нельзя. Давайте, значит, поехали. Начнем с гуся. Вынем из его жопы яйцо. Бедный гусь. Сочувствую гусю. Но что поделать. Вот такой вот он дикий отдых. У нас теперь есть яичко. Пойдемте сразу с вами сюда сходим. Возьмем отсюда. Ой-ой-ой, сосед идет сюда, не надо. Тогда резко меняем траекторию нашего путешествия. Посмотрим, что у нас находится вот здесь. Здесь, по-моему, какая-то шина или типа того. Так, Олечка у нас спит. Якорь. Что можно сделать с якорем? Я не помню, если честно. Но сейчас будем с тобой пытаться там собирать всякие штуки. Здесь всего лишь раз, два, три, четыре, пять приколов всего. Но это не так уж много. О, сосед, смотри, такой лошара проехал. Даже нас не заметил. Я считаю, это успех, если нас не заметили. Надо вот тут у мальчика посмотреть, что сделать. Я помню, что где-то... А, вот они гвозди. Вот они гвозди. Видишь, видишь, руки-то помнят, столько лет-то играть в эту игру, а раньше они типа были по частям, и ты перепроходил их до дыр, затирал, вообще красота, а в детстве-то вообще, куда ты идешь? Капец, я еще помню, что вот эта вот штука должна свалиться вроде бы как, но я пока не помню, по-моему, надо фейерверк расхерачить, и тогда эта штучка будет. Давайте так и сделаем с вами сейчас. Сейчас соседушка улетит куда-нибудь туда. Космос. Пошел до ребенка бедного доколупаться опять. Ну ты посмотри, какой противный, а? Сидит себе маленький мальчик. Ковыряется, а ты его достаешь. Уап! Ретируемся! Ретируемся! Ты посмотри, как он это, да? Чувствует. А потом он пойдет сюда, да, играть? Ладно, нужно здесь по бырику вот это вот забрать, наконец. А то все никак у меня не получится. А, ты ждешь Ольку, что ли, чтобы с ней поиграть? Ну, жди. Жди Ольку. Я вот здесь помню, что надо сделать вот так. Вот так. А вот это сюда, по-моему, нет. А куда тогда? Подожди. Стоп. Ладно, тогда давайте начинать готовить подлянки. Я помню, что вот это кладет сюда, чтобы мы сделали супер-суши. А вот это зачем нам? Не помню, для чего очки. Реально, я не помню. А, все, вспомнила. По-моему, вот так вот это вставляется. И таким образом мы добудем здесь головку вот этого тигра и вставляем к ребенку туда вот в эту вот штучку. Да, смотри, блин, я и забыла про это комбо долбанутое. Все, теперь у нас есть голова Левы. Вот сюда сейчас засунем сразу яичко, чтобы сосед охерел от такой наглости и пошел он в задницу. Понятно тебе, сосед? Сюда вставляем голову вот этого недольва, ну такого металлического. Ну, а сюда, собственно, приколачиваем гвозди. Сейчас ему сделают суси из велосипедной покрышки. Вкусно, модно, молодежно, понравилось. Какать здесь негде. И прятаться мне тоже негде. Ой, смотри, он побил сушиста, а сушист долбанул его. А вот нехер было. Так, дальше я не помню, куда он пойдет и чем вообще заниматься. Но сейчас посмотрим. А, он пошел в фейерверки играть свои. Ну, значит, мы пойдем наверхуль. Вот сюда пойдем, он вроде бы в эту сторону уже не будет приходить. Да давай, Вуди, иди. Чё тупим-то? Классно в Китае все-таки, да? Улетаю и в небо. Та-та-та-ра-та. Желтыми лицами. Да наше прошлое лето. Вот так вот, сосед. Сейчас мальчик возрадуется, я думаю.
Минус нога, перелом ноги обеспечен этому говнарю. Ха! Мальчик-то, посмотри, тоже такой довольный. Фига у него ножище у пацана. Смотри, какие гигантские. Я только сейчас заметила. Такое ощущение, что мальчик наступил на морского ежа. Ну что, в принципе, осталось две подлянки. Это вот эта вот подляночка. Приколоченные водные лыжи. И подляночка вот эта вот с яичком вместо шарика для пинг-понга. Олечка, солнышко, вставай, а то сейчас сосед будет оставать. Блин, сиськи у нее прям дрыгаются, как такие вообще. Как будто, знаешь, отдельные личности. Упс. Почему он вечно подпердывает? Фу. Ну, она такая бой-баба. Но она, наверное, ему нравится, потому что она похожа на его мать. А так как он маменькин сыночек, для него это очень важно, чтобы женщина была похожа на мать. Да-да. Ну, давай, сосед, твой звездный час. Только в путь, только к звездам, только вперед. Кайф. Ну, чё? Дал команду, и все. Бедняга, бедняга. Ему приходится страдать. Бедный. Просто посмотри на его испуганный взгляд. Он явно не понимает, что происходит. Но мы с тобой сделали все наилучшим образом. Как всегда. На все 5 с плюсиком. Я надеюсь, что ты мной гордишься. Потому что если не гордишься, то какой тогда смысл? Третий удар. Получено достижение, между прочим. Ага. Ну что, еще один кусочек у нас позади. Идем дальше. Дальше какое-то новое путешествие. Над облаками называется. Следующий пункт программы — Тандж-Махал. Мамочка тут же исчезает на базаре и не выйдет оттуда, пока не спустит все деньги. Сосед осматривает достопримечательности и снова дразнит слонов. Вуди обязательно этим воспользуется. Поехали. Я уже так тоже сомнительно здесь помню. Здесь можно прятаться. Тут мы забираем, по-моему, шарик. Лопата просто опускается. А где его мать? Давайте мышь попытаюсь достать сразу. Злую такую вот плюшевую мышку. Агрессивно настроенную. Посмотри, это учитель Сплинтер до того, как встретил черепашек-ниндзя. Насколько суровый взгляд у этой бешеной крысы. Она готова жрать всех и каждого. Я не помню, что здесь нужно брать. Сейчас будем пробовать. Ой, сосед идет в мою сторону, божечки мой. А где твоя мать? Подождите-ка. А где твоя мамашка? А, вот она, мамашка. Здесь Олькин сыночек. А я, то есть, должен вот так спускаться тоже через мать? Ё-моё. Подождите-ка. А мать же меня не будет слышать, я надеюсь. Она же не настолько умная женщина, да, чтобы меня слышать. Возьму вот это. Понабираю все, что тут есть. Собачка, по-моему, отвязывается, насколько я помню. Сколько у нас здесь пакостей? Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Я помню, что одна вставляется куда-то сюда. А потом. Потом. Что еще? Ну, не знаю, что еще. Пойдем дальше. Будем просто работать по принципу. Сюда, по-моему, кладется мышка, которая укусит... В смысле? А-а. Хорошо, тогда сюда. Использовать на кранцы... Вот это что? Посмотреть на чашу для подношений. Нет? Ну, ты дятел, конечно. Так, а если вот сюда? А если вот лопата для чего нужна? А, слону надо, по-моему, лопату дать. Ну-ка, давай поставим слонику. Шаловливому, блудливому слонику поставим на пол тычечки. На тебе слон... В смысле? Ну хорошо, здесь ему ногу чуть ли до смерти, ну не до этого. Может быть, змею надо забрать на лопату? Давайте попробуем. Я правда не помню, ребят. Представляете, забыла. Так, стой. А как мне ее забрать? На, мышь, будешь? Все, супер, у меня есть змея. Вот здесь, я не знаю, успели я собаку или нет отпустить, но я попробую. Так, хорошо, я рад, конечно, этому обосраться. Давай быстрее, собачка пошла нахер отсюда. Ой! Блин, давайте заново попробуем. Я говорю, я забыла, что делать, и из-за этого произошел полный капздец. Поехали, значит, берем лопату. Берем шарик воздушный, в попе шарик. Теперь вытаскиваем мышку. Вот с этим что делать, не помню. Но змею, по-моему, надо в дудку засунуть или вот куда-то вот из этой категории. Куда-то что-то надо вот это вот сувать. Блин, сосед идет ко мне. А-а-а. Надеюсь, он пойдет по другому пути, не по этому. Как он пойдет? А, ну все, он пошел так.
Тогда нам есть смысл идти как? Ну, не знаю как. Наверное, через вот низ. Сейчас бабка там пойдет мыться. Мы здесь у нее все заберем штучки-дрючки. И устроим ей ахтунг. А, вспомнила, куда лопату. Ё-моё, ребят, реально вспомнила. Ее нужно мальчику туда положить. Давай здесь сразу понаделаем подлянок. Я думаю, что, в принципе, мы все тут успеваем сделать. Вообще более чем. Во. И доставляем себе эту самую штучку. О, провод забыла. Ё-моё, провод забирай, Вуди, быстрее, 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 быстрее. Вуди, 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 быстрее. Давай быстрее, быстрее. Вали, 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 вали. Фух, на грани была, ё-моё. Я был реально на грани, ребят. Слоник, может быть тебе вот эту дать штучку? Нет, не хочешь, как хочешь тогда. Тогда не знаю, что тебе предложить. Соседушка получил первую подляночку по своей глупой рожице. Во, есть контакт. Вот тут вот, по-моему, мы делаем вот так. Че, собачка-то убежала, иди лови. А, может быть, надо змею, по-моему, вот сюда засовываем куда-то. А куда? Сюда? Шарик сюда? А это что, набор для рисования? А куда? Я не помню. Я рил не помню, ребят. Может быть, змею сюда положить? Есть, хорошо. А куда набор? А, вот, все, понятно. Тут же линия нарисована для особо тупых. Да, что? Что? Я не рискну подходить к слону так близко. В смысле ты не рискнешь подходить к слону так близко? О, ой, пацан улетел, бедный. О, по яичкам. Как же больно-то по яичкам. Так, а я не понял, может быть, надо мне собаку забрать? Стой, подожди, может быть, правда? Давайте я попробую псину забрать. Но вроде бы как Оскар мы должны получить. Мы, в принципе, все плюс-минус нормально делаем. Наверное, нужно собачку забрать, слону дать. Я просто, я рел, не помню. Сейчас попытаюсь. По-моему, она берется, эта псина. Так, ну это мы видели, можно пропустить, в теории. Давай, вонючка маленькая. Беги сюда, коза. Давай, чеши своими яйцами. Пес. Давай быстрей. 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 Не, не берется псина. М-м. Ну тут его током долбануло, хорошо. А почему я не могу? Здесь нужно спрятаться. Спрячься быстрее, а то мы сейчас вторую жизнь тоже прохерим. Я не понимаю. Раньше же реально добавлялась вот куда-то сюда вот эта вот фигня. Что надо сделать со слоном? Что ему надо дать этому говнарю слону? Может быть ему... Куда, дебил, иди отсюда нахер. Может быть ему дать заткнуть вот эту вот херню его носогубку? Что-то я реально туплю. Короче, я попробую последний раз. Если не получится, то ладно. Ну а что? До конца, что ли, теперь здесь терпеть? Я просто не понимаю, в чем проблема вот эта вот сейчас моя возникла. А-а-а, бляха! Я вспомнила, что надо сделать. Этот слон боится мыши. Он боится мыши. Я вспомнила, ребята. Ё-моё. Я не успеваю. А, не, все, успеваю, зашибись. Реально, я про это забыла, ты прикинь. Я только сейчас поняла. Реально. Что два раза нужно взять эту крысу. Хорошо, что вспомнила, слушай, а то могла бы забыть. Реально, прям какое-то просветление было, знаешь. Хорошо, раз сосед сейчас пойдет доставать вот это вот все, мы сейчас тихонечко здесь берем вот это, забираем вот это вот все, что тут есть. Просто так, не торопясь. И начинаем по кругу делать пакости. Угу. Вот так. Сейчас заберем тогда мышку нашу наружку, квакушку. Ну ты сосед, конечно. Такой ты обалдуй. Знатный, конечно. Нельзя так делать, как ты делаешь. Взял, скоммунизил деньги жертвоприношенческие. Да, реально, эту штучку мы даем слону. Слон пересеривается, и, собственно, все на этом. Компетенция наша, все. Давай, оп. Все, есть контакт.
Пойдемте начинать тогда, да, пакостить? Начинаем. Раз. Потом сюда мышь на слона. Теперь. Давай, уходи. Ты уходишь или нет? Уходи. Нету слона. Че тупим, блин? Дебильный, придурочный кусок говна. Нет уже слона, че тупить-то, я не понимаю. Вот. Теперь все получается, наконец-таки. Мне это не нужно смотреть. Уходим отсюда. Идем к мальчику. Ставим здесь подлянки, потом поставим подлянки там. Потому что соседу сейчас и без нас будет там весело. Он ему сейчас слон даст прикурить. Сейчас он будет и слона дразнить. Вот тебе от слона и получай по жопе по своей глупой. Не надо доставать слоника. Слоник хороший. Слоников обижать нельзя. Ну чё, не знаю, успею я к мамочке или нет. Наверное, не успею всё-таки. Ну знаешь, я успею вот так сделать. Не думаю, что мать долбанется, конечно. Но не хотелось бы рисковать сейчас. Все, давай, проверяй свою псину вонючую быстрей. Побырику, теть. Теть, давай, быстрее, иди мыться. Да не хочу, мы видели, там его сейчас укусит. Давай сиськами своими быстрее труси. Все, спускаемся. Отпускаем вонючку собачучку. Ну, а теперь будем наслаждаться процессом. Теперь все, вроде бы, как я сделала. Все подлянки по местам разложила. Чудесно все сделала. Забыла реально то, что здесь некоторые предметы по два раза могут использоваться. Надо об этом не забывать. Вот тут можно спрятаться. Вот это вот прикольный, конечно, такой вот кусок подлянки. Тут просто все сложилось. Пацан улетел, сосед по яйцам получил, долбанулся, охерел просто по полной, дядька. До истерики его довели. Но я реально скучаю по вот этому. Не хватает. Ну все. Последняя подляночка в виде граблей промеж глаз ждет соседушку у нас. Но я довольна теперь. Теперь реально все хорошо. Теперь можно улыбаться и наслаждаться жизнью. Вот так вот. Надо под ноги смотреть, а не в глаза долбиться. Ну вот, мы и прошли. Это было долго, да. Но Москва тоже не сразу строилась. Титечка немножечко сломалась. Давайте продолжим. Большие амбиции. О, да. Тут прям полноценный такой буйвол. Кошмарная семейка снова на прогулке. Мамочка не вылезает с базара. Ей пришлись по нраву асбестовые трусы. Асбестовые? Это типа из асбеста? Сосед тоже нашел себе развлечение по душе. Он катается на священных коровах и ходит по горячим углям. Разумеется, Вуди не может остаться в стороне. Ща Вуди ему поможет. Во-первых, забираем вот эту вот херню. А дальше куда? Дальше я хрен знает, но явно не сюда. Бабуль, иди там позанимайся чем-нибудь, прошу тебя. Хотя ладно. А, она сейчас уйдет. Давайте она сейчас уйдет. Давай быстрее. Уходи, ну куда ты полез-то, придурочный? Заново начнем. Что-то пошло не так. Явно сложилось все не в нашу пользу. Я надеюсь, сосед будет ходить по какой-то там интересной траектории. Нам нужно взять вот эти вот меха кузнечные, трусы. Потом что-то надо, наверное, с ребенком сделать. Я не знаю. Типа вот тут что-то намутить, там намутить. Не помню. Ушла эта коза вонючая, наконец-то. Моется. Давай, забираем, значит, раз. Трусики. Памперсы. Пока что все. Куда сосед дальше пошел? На угли он пошел. Ну а мы тогда пойдем сюда. Раз он на угли, то мы сюда. Не вижу здесь ничего, чтобы могло бы мне помочь. Сколько здесь так много подлянок, и я не понимаю, где мне их все порешать. Может быть... А, ну вот тут, по-моему, я подрезаю. Наверное, да. Давайте с этого и начнем. Ну, сейчас просто понатычим. Если ничего не получится, ничего страшного. Вот тут, по-моему, мы вот так вот делаем. Нет. Вот так. Вот так. Ага. Накаливаем. Градус накаливания. Блин, а надеюсь, меня сосед сейчас на своем быке не прервет. Смотри, сейчас он покатается и охереет от того, как он катается. Ха! Вот так вот. Навалился бычара на лошару. Здесь, наверное, может бензин? Нет. Давай бензин подольем дядьке, может быть? Нет.
А куда бензин? Я не помню. А, вот сюда, по-моему, бензин. Все, я вспомнила. Вот сюда бензин добавляем. Все, чудно. А, дальше. Что можно сделать с тапками? Может быть, трусы в них надеть, я не знаю. Ножом их подрезать. Ничего нельзя, да? Ладно, тогда хрен с ним, уходим. Мужчина, давайте что-нибудь с вами сделаем. А, вот сюда бензин. Вот сюда бензин. Это я вспомнила. Все, есть контакт. Дальше что? Сейчас будет здесь подляночка. Соседу поджиганочка. А тут он вообще обгорел и стал как Чингачгук какой-то. Чудно. А может быть попробовать морожку достать? Для детёшки? Нет. Я не помню, куда применять трусы. Факиры начинают тренироваться. Но тренируются, это, конечно, классно. Может быть, куда-нибудь сюда попробовать присунуть. Ладно, давайте подождем, посмотрим, что сейчас произойдет дальше. Может быть, что-то опять выпадет. Может быть, я что-то где-то опять туплю. Может быть, трусы корове дать? Нет, говорит, видишь. Ну, сейчас его подожгут. Это понятно, ясен пен. Ясен красен, я прекрасен. А что дальше делать, вообще не знаю. О, может быть, цветки можно срезать? Подожди. А, точняк, наверное, корова. Точно вспомнила. Ты даешь, короче, корове. Она обсирается, и потом на мороженое это, короче, лепишь. Правильно? Ну-ка, покакай, коровка. Давай, какашечку навали мне, лепешечку. Да, есть. У меня теперь есть какашечка и лепешечка. А как же мне соседа тогда привлечь на... Вот что с этим делать? Канализационный люк. Может быть, я как-то могу его раскрутить? Нет. На вход в Тадж-Махал. Не помню, что дальше делать. Вот хоть убей. Ладно, давайте попробуем какашку приложить. Вот сюда. Намажем соседу, чтобы жизнь малины не казалась. Вот, дерьмовое мороженое готово. А, вот еще одна подлянка. Типа он обсирается, падает, и еще и в какаху. То есть это такая подскрытая подлянка, видишь? Значит, здесь где-то есть еще какие-то такие. Допустим, раз... Два. И еще где-то одна. Еще одна связана с трусами. Но я не помню. А, может быть, попробовать трусы в уголь засунуть? Реально, давайте я попробую потом в трусиками поиграться. Все, я вспомнила. По-моему, реально берешь трусы, кидаешь в них уголь, а потом уголь в тапки ему подкладываешь. Пойдемте проверим. Блин, мы пропустили, как сосед сожрал дерьмовое мороженое. Ну, ничего страшного. Для этого у нас будет второй раз. Вот! Все, ребята, сейчас перепройдем, и все у нас получится на все звезды. Давайте, женщина, идите, пожалуйста, мойтесь, я отсюда вас все заберу. Ну, че ты стоишь? Она же их даже не выбирает. Может быть, она их нюхает, пока пацан не видит? Вообще, где его мать? Где Ольга? Почему Ольга не следит за своим отпрыском, за своим чадом? Давай забираем отсюда трусы сразу, меха на ВДНХ. Вот эту вот херню. Все, валим отсюда, пойдем. Сейчас все будет. Куда ты пошел? Назад вернись. Как дам тебе по голове, по твоей тупой. Вуди, ты что делаешь? Ты придурочный совсем, что ли? С головой дружим или нет? Ненормальный. Иди коровке дай из кореновки пожрать. Высри мне говняшечку. Где говняшечка? Давай говняшечку. Есть. Чудно, есть говняшечка. Пойдемте сразу здесь сейчас все сделаем, вот тут вот, как доктор прописал. Заберем угли отсюда, подожгем и пойдем по кругу. Давай. В принципе, времени у нас должно быть сейчас предостаточно, пока там сосед на корове погоняет, пока он то, пока сё. А мы тут ему подлянки подустраиваем. Берем уголь сразу, вот этот активированный, но нет. Во. Здесь спускаемся. Какашечку добавляшечкаем. О, блин, а мать твоя уйдет сегодня или нет? Вот. Вот как это надо было сделать. Все, теперь здесь делаем. Раз. Блин, а что надо было сделать с этой херней? Стопы. Реально еще надо было что-то с ней делать? В смысле? Да ну нет. А как эту крышку расшевелить, я не понял.
Я не знаю, как ее расшевелить. Она не шевелится никак. Все, вроде бы я все здесь расставила. Я сейчас попробую, конечно, эту пошевелить хрень. Но она не шевелится, канализационный люк этот. Перочинным ножиком вряд ли я там расковыряю. Я вроде бы пробовала. И он мне сказал, а-а, видишь? А-а. Ну, бывает. Тупость называется это все. Зато сейчас все сделаем максимально наидеальнейшим образом. Откуда я знала, что туда надо кинуть спичку? Я что, помню, что ли? Ну ладно, все познается в ошибках. Ошибки нужно совершать, ошибки нужно признавать. Пойдем, забираем отсюда. В принципе, расстановку ловушек я считаю, что сделала плюс-минус правильно. Потому что сосед прям нормально держит свой градус накаливания. Уходим отсюда по бырику. Пойдем, коровки, заберем. Вкусные травки, муравки. Пацан, чё, как сидишь? Надо обязательно посмотреть, как сосед ест говяное мороженое, потому что мы ни разу его еще не ели, представляешь? За все это время мы ни разу... То есть мы не ели, да. Мы тоже его не ели. Сосед ел, а мы не видели, понимаешь, сколько раз он все это ел. Выкакай какашечку, пожалуйста. Спасибо. Обожаю. Обожаю, просто... Спасибо. Дорогого стоит... Какашечка. Давай сразу сюда кидаем тогда бомбу. Здесь пошли сразу... Блин, да ладно, ты не сработала. Из-за вонючей анимации не до конца. Главное здесь сейчас успеть. Вот это все сейчас сделать. Месиво. Давай. Ага. Трусы добавляем. Здесь наливаем. Вот тут херачим вот эту вот хрень. Да вроде бы как успеваем по времени, я считаю. Во, давайте здесь сразу подождем соседку нашего. Заходите, мужчина. Давай, ты вылази по бырику. Ага. Сюда какашку. Во, и сейчас начнутся наши приключения веселые. Ага. Есть. Вот так вот должно было быть в идеале. И это наконец-таки получилось. Теперь вот здесь вот подстригаем нашему буйволу. Все, сосед разбесился, распсиховался. И вот сюда последнюю подляночку. Но это мы видели, я пропущу, чтобы времени зря не терять. Все, надеюсь, что теперь я сделала все правильно. Прям два нервных срыва подряд, ты прикинь. Довели. Все, прячемся. Здесь вроде бы все сделала, отлично. Теперь моя душа спокойна. Моя душа свободна. Все, вот сейчас смотрим, как сосед ест какашку. Я считаю, он это заслужил. За то, как он обходится с этим бедным несчастным ребенком, пожрать говна — это святое для него. О, да. А мальчик-то почуял. Это оказался не шоколад. Вот так вот. Ну и что, две подлянки осталось. Получается, с вот это вот и вот это вот. Мне интересно, он сейчас в какашку упадет или нет? Или ему будет все равно на какашку? Не, не попал на какашку, прикинь. Эх. Правильно, съешь свой тапочек. Какой вкусный тапочек. Недавно ты чуть ли по какашкам не проходился, по этим тапочкам, но ничего. Видимо, ему не привыкать ко вкусу говна в своей жизни. Видимо, много он его поел. Последняя подлянка осталась на сегодня. Я считаю, что это эпичный конец, ребята. Эпичный, все. Сосед уголек. Он это вытерпеть не смог. А мы с тобой победили и снова Оскар получили. Я довольна. Надеюсь, что ты тоже. Пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся уже очень скоро. Пока.